Гибискус расцвел одновременно несколько цветков у нас. Какая красота! Лепота! Безумство гибискуса! Сегодня день обещает быть теплым до плюс 20 градусов. Королевская годеция. Почти вся-вся. Вся-вся раскрылась. Кто обожает розовый, вам сюда. На это видео. Распустились гладиолусы. Хотела показать свет. Но я не помню, такой не такой был на картинке. Вот такие вот красивые они у нас получились. Вот такой вот гладиолус. Чудо, красавчик. Я обещала показать, как будут выглядеть цветы. Цветочная радость перед домом, перед зоной отдыха. И показываю вам великолепие. Конечно, нынче у нас скромнее. Немножечко, знаете, неделя подвела. Даже не неделя, а последние 10 дней холодов было плюс 10 днем. Но ничего, вот второй день сегодня у нас плюс 20. И годеция расцвела. Расцвела, это просто розовый рай, розовейший. Все, как я люблю. Картошечка оживает. И сегодня мне приходится поливать. Снова сухо. Свое видео начала с домашнего гибискуса, безумство гибискуса. Сделала короткое видео, кому интересно, посмотрите обязательно. Просто великолепнейшее. Как бы мне хотелось, чтобы еще, знаете, вот на даче тоже вот так вот рядок гибискуса. Он же еще бывает белый, желтый. Это, наверное, моя мечта-мечта. Но пока я могу это только дома любоваться гибискусом. Сегодня будет небольшое видео, покажу. Ой, сейчас опять покажу. Опять летают наши вертолеты. Ой. А, вот он. Опять летают вертолеты, проверяют. Так, а там еще. А, чайка, показалось, что чей-то дрон. Летают вертолеты, проверяют пожарную обстановку, потому что я вчера уже без комментариев выложила видео, не было абсолютно сил. Получилась такая стрессовая поездочка на дачу, потом мы быстро решили все-таки уехать, но все благополучно было. И вечером я прочитала, что горел, в описании видео также подписала, горел двухэтажный деревянный заброшенный дом. Его быстро-быстро потушили, поэтому ни запаха гари, ничего мы не чувствовали. Но сегодня, как видите, снова проверяют. И сегодня было обещано солнышко. Я думала, вечером после работы удастся позагорать, погреться. Но облачность, тучи ходят, но дождя нет. И приходится поливать. Поэтому я сейчас быстренько дела поделаю. Постараюсь снять в следующий раз более длинное видео. Хочу все-таки сделать рум-тур бани, показать, какие они у нас на севере. Ну, в общем, вот так вот. Ребятушки, кто еще не подписался, подписывайтесь. И вы тогда меня не потеряете и мои интересные видео. И вам всегда будет автоматически приходить уведомления о выходе новых интересных видео, дачные влоги. Ну, а если у вас нет еще аккаунта, это легко завести. Поэтому заводите, будем писать комментарии, ставить лайки, ну и обязательно подписываться. А сегодня я снимаю... Пока что превью делаю, какая у нас банька снаружи. И у меня в планах там, конечно, марафет навести. Хочу сделать рум-тур баньки. Думаю, я все время про нее говорю, а рум-тур я не сделала. Вот так вот она выглядит снаружи. Смотрю, что-то дерево отсырело, наверное, надо обработать. Давайте проведаем с вами огурчики. Огурчики. Пока еще живы, пока еще растут, как я называю,
огуречный рай. Кстати, так интересно, вот это сорт Атос. Видите, как он выглядит? Сейчас вам более подробно покажу. Кто еще не видел, только присоединился к моему каналу, к моим видео. Вот здесь вот разновидность черри. Но в этом году помидорки не краснеют. Не краснеют, потому что погода, вы видите, какая, я вам все показываю. И вот этот сорт мне очень нравится, учитывая, что я домой отвезла краснеть часть. Смотрите, эти становятся крупнее, и вкус вот такой, он не разрастается, то есть не в ботву все уходит. Здесь вот у меня зашла руккола. Решила я освежить руккулу. Свежая, это более такая она вкусная, сочная. Хотя эта руккола уже она отходит, но тоже вкусненькая. И на салаты я, конечно же, ее срезаю. А здесь у меня, помните, был салат, но он уже такой отошел. И я по новой посадила салатик. Он у меня взошел благополучно. И огурчики. Огурчики висят здесь, там. Наверное, еще дам чуть-чуть им подрасти. И завтра буду уже собирать. Соберу очередной урожай. Уже со счету сбилось, сколько килограммов огурцов мы собирали. И видите, вот сорт Атос. У них вот этот, как ананасик, хвостики. Но листья пожелтели, хочу вам сказать, не от болезни, а от прохлады. Потому что, ну вот так вот, теплица не сохраняла тепло. Днем стояли градусы плюс 10. А то и плюс 8, и северным ветром. В общем, огурчиком дам я подрасти. Внизу пришлось листики обрезать. И, наверное, сейчас буду поливать. А по пути с дачи остановилась я посмотреть тренировочные полеты. Вместе с вами посмотрим. Вы знаете, очень далеко летают. Тут здесь аэродром Боровая называется. Ну, в районе вот Купца, кто сургутя не знает, в районе Леруа Мерлен можно полюбоваться. Чуть-чуть вам ставлю, покажу. Место можно на пикничок приехать. Конечно, немножко шум, здесь автомойка находится, поэтому буду говорить громче. Причал, заброшка, вижу. Сейчас по тропинке такой пройдем, спустимся, посмотрим поближе. Так, осторожнее надо. И тут вот эти берега называются Заячий остров. Так, ну что-то гудит. Вижу, что дрон летает. В общем, кто только здесь не летает. Летает и дрон. И, друзья, облачность. Вот что-то смогла для вас подснять. Ну, конечно же, 24-го завтра открытие стартует конкурс.
Давайте с вами посмотрим. Так, ну здесь огорожено, вижу, что туда могут пробраться. Ой, что творит. Чуть-чуть отсвечивает. Ну все, друзья, на этом прекрасном фоне я заканчиваю свое видео, еще там цветочек. Спасибо за просмотр, спасибо, отдельное спасибо за лайк, отдельное спасибо за комментарий. Надеюсь на вашу поддержку, а впереди еще много интересных видео. Всем прекрасного настроения, прекрасных вечеров, до новых встреч, пока-пока!